девушку-водителя заступился мотоциклист, в результате чего возник конфликт, в ходе которого мотоциклист получил телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается. По дороге, непосредственно пока они ехали, была предпринята попытка гостями столицы сбежать, то есть вывернуть в сторону и куда-то там свалить, хотя что они там на своих «Жигулях» хотели сделать, непонятно, но хотели. Вот. Этому воспрепятствовала группа мотоциклистов. По бортам, опять же, не дали отъехать. Наши требования просты, чтобы эти люди не оказали, скажем так, ну, не избежали наказания за свои действия. То есть, как бы, я не говорю, что они там гости, да, не гости, как бы, но они граждане Российской Федерации, точно должны себя так же вести, как граждане Российской Федерации.